лет и думал, как это сделать. Да пошел нахер, блин, ты все стыдно. Да, да. Ну вот это он действует. То есть, да, мужскую жизнь ты в любом положении, мужскую жизнь ты можешь жить, правильно? Постепенно нарабатывая себя, и этим ты освободишь еще больше времени, больше энергии, больше сил. И вот, да, да, ты потом. Да. 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 И здесь ни при чем ни семья, ни вообще друзья, вообще никто, только ты один. Правильно? Ну, он по себе, вот это он девичный. Вот я не кстати. Я про политиков вообще не говорю, понимаешь? И я вот про, я говорю, что ты хочешь состояться как мужчина, а мужчина в этих трех вещах не может состояться никак. Не может состояться, потому что они не мужские просто, и все, блин, вот это не дело, понимаешь? А мужчина это дело. То есть, как бы, а ты в неделю ничего не сможешь там только бездельничать, правильно, и бытовать, да, понимаешь? То есть, как бы, вот, просто нонсенс, да, получается так. Да, на шее общество громоздится просто, да. Меня это не касается. Это долгий разговор. Я что, не на вас, что ли, что вы такие? Да, то есть, никто не, ну, на работе, не знаю, постепенно. Я тебе говорю, придется умолиться. Как бы, я просто так уже называю, да. Умолиться это, ну, наоборот, да, да. Ну как бы, да, да, да. Не корчить себя, что ты не кто-то, не кто-то там, не Женька Губаев, да пошел к черту, блин. Что ты, да, не какой-то там человек, там, да никакой-то не человек, просто обычный мужик. Обычный мужчина. Просто обычный человек, просто мужского. И все, что у тебя есть, это то, что ты наработал с собой. Вот, хотя я не буду за тобой ходить говорить, ой, давай, да, 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 да. Типа, ну это он не уйду, да. Наоборот, ага, нет. Я не говорю про людей, которые тебя, чтобы ты деньги на них тратить начинал. Я тебе про это, я тебе говорю, когда тебе клиенты будут, что ты нам нужен, говорю, понимаешь, когда вот за тобой, то, ну, то есть, да, когда что-то делаешь, и люди понимают, что если бы не ты, ну не знаю, золотой хирург, там, кто-нибудь, понимаешь, то есть, какого сердца, да, хирург сердца, да, 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 да. Да, пока люди не несут тебе деньги за это там, ну то есть, что-то нам нужно, ну как вот, то есть, если они денег не платят, так это что за хохма-то получается? То есть, как бы так не считало, но это для начала может быть и так, то есть, ну короче, это не важно, ты мне мозги не пудри, если тебе деньги не платят, тебе жить не на что, значит, ты никакой не хирург. Я тебе просто еще раз объясняю, да, хватит мозги, еще раз я тебе объясняю, смотри. Да, 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 что, ты, да, 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 доращиваешь себя, наверное, как-то так, да, ну, да, 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 что в какой-то момент просто ты выходишь, ну, да, да, ну, то есть тебе начинают, ну, не то, что там моменты, не моменты, я тебе никому говорю, что ждать каких-то, ну да, просто что ты зарабатываешь мало, потом больше, больше, постепенно зарабатываешь деньги. Ненавижу просто. Я музыкой не зарабатываю ничего практически, понимаешь? Что ты на меня смотришь? Ответ на меня. Деньги по своей специальности, по своим делам, потому что ты запланировал как мужчина. Вот эти три штуки, это не мужское, это не действие, это не дела. Вот эти три штуки, да. Которые, да, война! Православие! Да, да, и я там. Ну ты глухой, что ли, не понимаешь простых вещей? Так не православие, а религия! Религия! Любая! Да, мировая. Итак, да. Да, да. Да. Да не. Да наоборот. Еще раз смотри. Вот эти три штуки. Эти три вещи, эти три области квазидеятельности, деятельностью не являются мужчине там, делать не любой мужской особи, значит, там делать нечего. На женщин мне вообще насрать. Еще раз, да, да. Нет, это не значит. Там вообще людям там делать нечего, понимаешь? Да, да. Да, да, понимает он это. Меня это не касается. Почему женщина не в своей семье, а вот это, понимаете? Да, наверное. Мне это, ну, ты хочешь сказать, что женщина должна заниматься политикой? Черт их знает, а как бы, когда они беременны, когда они жить-то будут? Ну, наверное, да, ну, а, это, да пусть даже так, мне на это вообще насрать. Я тебе еще раз говорю, что этих деятельностей, их нету вообще, как таковых, да. То есть там, да, понимаю, понимаете, просто, да.
То есть эта женщина, она просто не беременна, это вот и все. То есть у нее в семье проблемы, у нее не за кем даже ухаживать. У нее нету ни одного бицилла на руках. У нее нет, ну, в смысле, маленького ребенка, которому нужна птичка, который хочет, да, на который. Маленького ребенка, которому нужна мама, да, которому нужна грудь теплая, да, теплое тело мамино. Да, и как уход нужен постоянный, потому что они как настоящие имбецилы. Я тебе просто объясняю, потому что вы все невменяемые, вы не понимаете, что дети беспомощные, маленькие дети человеческих существ, они беспомощные, они даже ходить не могут. Да, они. Поэтому они как имбецилы, им нужно милосердие, уход нужен постоянно, чтобы мама была рядом, понимаешь? Чтобы мамино тело буквально было рядом, вот оно, с титькой там, и даже без титьки там, все равно, понимаешь, да. Ну да, как бы все, ну, день его чего, ты не знаешь, что ли этого? Вот я еще раз говорю, да. Да, да, вот и все. А мужчина здесь ни при чем, понимаешь? Да. Ну, тебе так говорит, наоборот. Наоборот, это, да. Ну, он себе так думал просто, да, да, да. Нет, это все, кто как жизнь прожил, это все не важно. А тебе не про это говорю. Вот я тебе еще раз говорю, что да, и ты не имеешь права отворачиваться от того, что есть какие-то запросы в обществе, клиентура там, да, ну вот наоборот, да, что есть, да, то есть их обслуживать до тех пор, пока тебе, ну да, но нету никаких гарантий, просто в какой-то момент ты будешь специалистом, который, ну, наверное, да, за большие деньги будет, наверное, да, нету никаких гарантий, я тебе еще раз говорю, на себя надо работать, а не на какой-то, не на банке и не на какую-то компанию конкретную, надо на себя работать, как на специалиста. Да, и не против кого-то, а только за себя одного, да, понимает он тебя. Еще раз я тебе говорю, ни одна компания не заинтересована выращивать специалиста, который будет в других банках может работать, понимаешь, например, как я тебе просто объясняю. Да, понимаешь, не это, если ты недоумок, кто виноват-то, блин, мне это не касается. Я тебе объясняю, что да, и миру не нужны банкиры, не нужна вражда никакая, понимаешь? И миру нужны дела, хорошие, хорошо сделанные дела, понимаешь? А дружить не собираются банки, то есть они начнут дружить, тогда что будет? Да, понимаешь, долгий разговор. Я тебе еще раз говорю, то надо работать на себя, все очень просто, как на специалиста, да, намного проще, чем ты, понимаешь, да, вот и все, всю жизнь, да, понимает он тебя, наоборот, да, ну вот это он и есть, да, ну нам, да, то все какие-то ненормальные просто, да, вот это он имел в виду, да, вот просто самое, да, абстрактно, то есть ты как специалист, это абстрактный винтик-шпунтик, понимаешь? То есть ты должен, но ты в своих руках находишься сам, то есть, но ты можешь себя улучшать, сколько тебе влезет в любом направлении, себя двигать дальше, понимаешь? Да, то есть как живой объект, как, чем, что тебе отличает от винтика-шпунтика, потому что как бы какая-то деталь, какой-то винтик, шпунтик, какая-то деталь, да, она не изменяется со временем, правильно? А ты человек, ты не деталь, правильно? Да, понимаешь. Ты должен со временем совершенствовать, самосовершенствовать, по своей амбиции, потому что ты хочешь, почему, зачем ты залез в эту профессию, в эти дела и так далее. Это же настолько элементарно, да, и отдать этому миру вообще полностью все сполна, если угодно, да. Это тоже часть, да. Давай теперь немножко из гуманитарных лицемеров посмотрим, что там говорят. Да, то есть, просто что вам, да, то есть, служить этому миру, отдаться добру, просвещение там, да, то есть, это все одно и то же, это все об одном. Я про то же самое тебе только что и говорю. То есть, да. И не надо быть геем, и никого не надо, да, то есть, и это ни при чем, и это тебя не обкрадывает как мужчину ни на время, ни на деньги, ни на что, понимаешь? Просто то, что ты недоумок, и ты не можешь свою жену забеременеть, или не можешь своим временем распорядиться, или не можешь осознать, что детям ты не нужен, им нужна мама, а у твоя мама, она как папу работать уж уходит, и ты сидишь и пеленку стираешь, и даешь силиконовую грудь какую-нибудь там, вискос. На этом дело уже просто, да. Да, то есть, потому что тебе не свое время, не чужое, тебе не жалко вообще, понимаешь, он тебя, да, да, и так далее, она, ну, он всегда так наоборот, да, да, вот это, ну, я просто объяснял вам, да, понимаете, тут даже негде заявить, что вот реально так, даже при любом раскладе, даже при Марат Губаевском, даже при Женитине Губаев, то есть, как бы, даже, ну, ладно, я-то, у меня детей нету, как бы, в смысле, у меня и не может быть, потому что я мужчина, имею в виду, что у меня семьи нету, и жена, которая родила ребенка, ну, да, и ты такой, ой, тебя ребенка родила, и ты все-таки,
ну, а зачем еще-то, как это сам, Дон Корлеоне, все, точка, то есть она больше никак, вот все, вот она жизнь, понимаешь, все, да-да-да, то есть, и это хорошо, это не наказание, это так она жизнь, она такой всегда была, и мужская особь, которая трудится, женская особь, которая рожает детей, которую любят, и в которую вкладывают сперму, куда положено, и от этого, и которую не бросают никуда, которую, потому что ее любят, потому что она может быть привлекательной, и, как сказать, и покладистой, наверное, да, может поддерживать любовь всех к людям, да, и далее, да, и куда хочется домой вернуться, и ну типа того, наверное, и что ты будешь делать? Ну он про это говорил. А тогда будешь все время дома сидеть с ней, да? А это надо или не надо? Это согласись, что это просто слабость твоя. Просто мужская слабость, то, что ты дома много времени проводишь, да, а не людям отдаешь, трудишься. И это проще, чем людям трудиться. Поэтому быть тебя, поэтому женская, знаешь, вот как эти говорят, да? Поэтому, да, вот и все. Поэтому толку от тебя не будет в этом мире. Цивилизация от тебя зло будет. В какой-то момент станешь просто, да. Вот и все, понимаешь, да, то есть, меня это не касается, это просто ЧТД называется, понимаешь, да-да-да, то есть, ну, да-да-да, то есть, ты сам себе врагом, это станешь в какой-то момент, ну, ты не понимаешь, то есть, еще раз я тебе объясняю, вменяемость состоит в том, что жена в тебе любит мужскую особь, то есть, или как, любит или не любит, то есть, ты нужен семье как мужчина, ты не нужен мужчине, да ты достал уже, на вот это он имеет в виду. Нет, то, что бабы сумасшедшие и мужеподобные, это другая история. Я тебе еще раз объясняю, да. Что ты не... Да, я тебе еще раз объясняю. Рецепт такой, ты берешь жену и беременеешь ее. Даже если там, да, просто, ну, поухаживаешь, погладишь, да, ну, для этого даже ни денег, ничего не надо. Просто домой пришел ночевать и, как бы, ну, это хорошо надо просто делать, да. Ну, или меня это не касается. Это ни о чем разговор опять получается, опять какое-то вранье. Надоел уже, вообще сумасшедший, что ли, все? Я тебе еще раз объясняю, что ты можешь прожить жизнь, вот давай теперь по-религиозному скажем, не сатане, не во вред себе и здоровью, и своей жене в том числе, кстати. И не, да, не во вред всего рода людского, а как мужчина, как мужская особь, которая живет мужскую жизнь, понимаешь? Простите, поняла тебя же. При любом раскладе. И самое сложное, реальность так и устроена, понимаешь? И еще смешнее, и ты, не, если ты начнешь служить, вот это все значит служба. А ну получается, да. Это все зло получается, правильно помню. Ты прекрасно про это знаешь. Потому что да, просто молчишь. Просто да, жизнь умерли. Да, да, он тебя понял, да. Нет, я тебе про политику. Еще раз тебе говорю, политика это не дела. Потому что это даже не сложно, потому что это мне не касается. Я тебе еще раз объясняю. Да-да-да, что вот, да-да-да. Ну, это я не могу тебе гарантировать. Но дело это что-то такое, что задорное, что как бы ты как мужик это любишь покорять там. Ну, это он имел в виду, да. Ну, не знаю. Свое что-нибудь туда оставить меня не касается. То есть каждый мужчина это деятель, понимаешь? Да-да-да. Да-да, типа того. На века. Тут что-то такое, что такое пронизывает на виску. Да-да-да. То есть, ну, это не выглядит, да. Ну да, ну века, ну, да, нет, да, понимаешь, это моветон думать за других людей головой, понимаешь, да, пытаться сказать, что там, да, что-то такое, ну что-то вот, как бы, ну да, поймешь, ну да, ну ладно. Ну наоборот, нет, ну да, то есть. Но по сути, если ты думаешь за себя, то ты за весь мир уже подумаешь. Да, то есть то, что, ну, наверное, да, долгий разговор. Тут просто, да, долгий, да, все наоборот. Да, нормально играют, он, значит, да, это все, да. Ты специально меня хочешь обобрать просто, вот видишь какая. Но это все временно, вранье, потому что временно, а действительность, она уже сейчас действительно, понимаешь? Неужели ты не понимаешь, что это не все, да. То есть она понимает просто. Ну вот и все, бросай тогда службу, аду своему, и все там, типа того. Злу себе. Ты просто злу, да, и глаза закрываешь на то, что тебе сейчас работать надо, понимаешь? Да. Ну ладно, понимаю. Ну да, это он имел в виду, да, наоборот, да. Но он про себя так думает, да. Ну, наверное, нет. Про себя-то не надо говорить, он про тебя же думает так. Нет, про меня, что ты знаешь про меня, правильно? Да, то есть, ну, да, вот это у меня дело. Ну, смотри, да. Меня даже на работу никто не взял. Да все, пока. Да, то есть, сам себя выращиваешь, как уж получается, подсобные средства. И это нормально, это по-мужски, понимаешь? На этом-то. Ну, нет, наоборот. Ну, самоделка. Александра самоделка. Ну,
Ну хорошо, не самое. Грант получи. Иди в университет, поступай туда и получай грант. За свои таланты, за свои особые, да, понимаю. За знания свои, еще за что-то там, да. Ну вот это момент. Ну или так делай, значит. Или учись по книгам, значит. И по нотам, по книгам там, да, понимаешь, по программе, да. То есть их тоже покупать надо, правильно понимаешь? Я просто вот объясняю, да, что даже там про себя так думать только, да. Ну да. Ну, я тебе еще раз объясняю. Тебе все равно придется себя сделать самому даже в каком-то учебном заведении там, потому что обучают не предметы и даже не животных, а там обучают людей. А люди обучают себя сами, понимаешь? Если бы их можно было обучать, они бы все были как один, клонированные, да. Одинаковые там. Понимаете, меня не касается. Я просто тебе объясняю, что, да, что тебе все равно придется в той или иной мере жизнь свою делать самостоятельно. Да, решение. Но это не женское. Я про женщин не говорю, я говорю про мужчин. Если женщина на мужской стиле, то не бывает. Но меня это не волнует. Я про это и говорю. Это ваши проблемы. Я тебе еще раз объясню, да, что быть самоделкой — это как бы всегда почти, понимаешь, все равно ты всегда должен сам себе, но тебе нужен более совершенный инструмент, бла-бла. Да, то есть все равно ты приходишь, даже когда ты приходишь в университет и учишься там, да, понимаешь, все равно тебя, да, и учишь там. Ага. Блин, 2 часа уже. 2 часа, блин. Вообще образили, что ли? Точно ненормальное видео. Ну, понимаешь, короче, ты меня, да, что... Да. Да, это оно и есть, понимаешь? Видишь, насколько ты... Вот видишь, а там страшная тьма, потому что ты... Мир этот как настоящий Дон Корлеоне, ты толку знать не можешь. Ну, смысл того, что ты должен... Вот смотри, сейчас я живу в помещении, и мне надо платить за все эти услуги, понимаешь? Еще надо платить тому, кто является собственником этого помещения, понимаешь? Поскольку это не мой город, зато я свободный, понимаешь? Я раз начну деньги другому платить, и уехал, знаешь, ну, наверное, да. Ну, не нахер, а просто уехал. Это ваши уже какие-то новости, да. В город там, в другой дом, да, понимаете. Но он за себя так говорит, да. Ну, потому что так, потому что жизнь у тебя одна единственная, ты ее будешь, ну, да. И это тоже не факт, очень сильный не факт, что тебе что-то нужно иметь в своей собственности, не столько говорил, да. Да, я понимаю. Ну вот это, ну, наоборот, да. Меня это не касается, потому что то, что нужно для дела, это свято, понимаешь? То есть, то есть это только единственное настоящее во всей твоей жизни, понимаешь? Все остальное, оно как бы либо последствия твоей. Ну и все, нормально же. Вот я тебе говорю, да, и как дальше улучшаться, сорняки убирать из своего времени, из своих денег, из добра, которое ты делаешь людям, из познания, которое ты грязным образом деньги зарабатываешь, потом более чистым образом, потом еще более чистым. Правильно? То есть потому что ты знаешь толк в себе, в своих делах, в том, что, да, то есть, а сильно, не надо много университетов заканчивать, чтобы понимать, что, да, он тебе про себя говорил, да, ну это его там не говоришь, да, ну, будь тогда, как кузнец какая-то, да. Между собойчики. Между собойчики, ну, знаешь почему? Но это не важно. Между собойчики — это преступники. Мырли — это, да. То есть между собойчики, связи, да, черезины, да. Это все уровень как бы relationship. Ну, короче, кожное дело. Это все преступность. То есть все между собойчики — это преступность. Да, он про себя говорит, да. Преступность — это значит против людей, против жизни на земле, ты заговариваешься, чтобы их обворовать. Ну, не понимаешь просто, он себе так думает, ну вот это он говорит, да. Против общества людей, против социума, вообще всех людей, всей планеты. Да, понимает он тебя. Я знаю, что вы все имбецилы. Я тебе говорю про людей. Я не про Россию тебе говорю, и не про Америку, и не про США, и даже не про Китай. Я про людей тебе говорю. Да, я не понимаю. Я что ли виноват, что вы имбецилы? Вот я тебе говорю, я тебе предупредил, что вы все недоумки. Да. И есть человеческий... Да, я говорю, вы все сумасшедшие. Оглядись вокруг себя, да, понял тебя. Да.
Да, так всегда было, так и будет всегда. И даже идти я всегда знаю. Ну, мне не касается. Я просто объясняю, что... Ну, вот это, ну, вот это наоборот, да. Нет, это ваше, сколько угодно заворачивать, заводское там, да. Да, да, я просто тебе объясняю, что, да, про себя так думаю. Ну, нет, наоборот, да, да, это есть, на самом деле. Да, 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 вот это и было, на самом деле. Наоборот. Да, да, ну, давай от этого, наверное, не уйду. Ты не нужен, наверное, просто... А, это у меня, да, да, да. А, это что? Да, нет, нет, да. Нет, дипломатия, это как бы тоже без политики. Вообще-то возможно, да. Ну, что, я имею в виду профессиональный дипломат без политики. Такие есть люди, да, то есть между, да, да, да. Ну, меня это не касается. Да, 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 на этом я. Да, нет, я тебе вот говорю, что осознать свое место в мире, какую ты приносишь пользу, или ты, то есть, а когда начинаются какие-то ширли-мырли, связи какие-то, козни уже нехорошие, да, но это меня не касается, да. Это называется сговор с целью в темноте, да, короче, просто, да. Преступные сговоры, не понимаю. Ну, наоборот, да, просто понял, да, да, да. Да. А, ну да, мне это не... Просто вы все недоумки, я тебе говорю, надо делать за себя только. Я тебя предупредил, понимаешь? Ноль и там сколько-то сотые доли процента какие-то только нормальности. Просто чтобы ты как-то визуально попробовал это, или не визуально, я не знаю. То есть тебе сейчас кажется, что ты что-то понимаешь, ты ни хрена не понимаешь. Еще раз тебе говорю, надо работать, да. То есть то, что надо работать по специальности и саму себе, и знать в этом толк. Да, и после, да, знать себя как специалиста, возможно, знать, да, какая-то ошибка. Меня это не касается. Знать, понимать, что ты делаешь людям, понимаешь? Понимать, в чем твоя винтик-шпунтиковская специальность, знаешь, да, понимать себя хорошо, да. Да, 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 да. И так далее. Понимаете, да. Да, да, да. Да, да, да. И это и есть вся жизнь. Понимаешь? И это круто и хорошо. Да, да. А понимаешь, да. И на одном месте это где-то. Видите, на одном месте это где-то. А так что не берет, не нужно. И там, я уже потом сейчас не двигаюсь, а так вот, понимаете, да. То есть, да, надо, потому что трудиться, как бы, самый лучший вариант, это когда ты нужен всем. Конкурентам, всем конкурентам нужен, понимаешь? Вот это вариант, понимаешь, когда ты актер, и тебя приглашают за границу. Не потому что не по политическим каким-то, а потому что ты... Ну, ну, действительно, блин, такой актер там, да, ну, такая любит, да, потому что зрителям там, да, и так далее, потому что деньги на тебя делают, понимаешь, может, ты хороший, да, может, потому что ты аполитичный из-за этого, да, опять, видишь, аки дело обезьянное получается, то есть ты за людей просто, себя, да, за жизнь, да, да. Нет, чужие, это думайте сами, кстати, я просто, да, мое дело, я, что хотел сказать-то. Да, да, да. Или еще кто-то. Вообще кто угодно. Изготовитель принтера, да. Еще что-нибудь там, да. Надо вообще быть. Так, да. А зачем ты этим занимаешься, если ты. Ну ладно, деньги ты заработал, все, ну то есть понимаю там. Ну да. Ну так надо. Вот и все. Так уже. Откуда принтеры, да, это видишь, не все, да, да. Ну то есть я так думаю, что это, да. Да, да. Ну и так далее, понимаешь? Да, я понимаю, там, себе так это будет. Вот и все, то есть это... Я тебе говорю, просто это опасно так оставлять, потому что вот это настоящее, представляешь, там сколько мглы, а там добро должно быть на этом месте, понимаешь? Ну, можно так сказать, да, тоже, понимаешь, да. То есть ради чего ты, вот да, да, да. Кто такой? Правда. Репортер такой, это правда, правильно? А все, они уже давно не репортеры, получается, да. Да, понимаешь. А кто, понимаешь? Людям служить, да, людям, понимаешь, людям. За границей, везде, за рубежом. И чтобы. И не те люди, которые выскочил там, сказал что-то, и все, и, да, да, понимаешь. А как бы доказал, да, прямо жизнь, ну типа, постепенно, за добро, потому что не на белых обезьян кидаться, а за добро, да, понимаешь? Во всех, да, понимаешь, там, да. Ну, наверное, как-то так. Вот не знаю, ну сами найдете как-нибудь, да. За жизнь просто, типа того, да. Да, да, да. Не я же ваш этот тянуто, ладно. Все, поехали. Ладно, проехал пока. Все.